Развелись мы в апреле месяце. Я тебе могу сказать откровенно, ни разу за весь этот период я не пожалел об этом решении. Я не хотел ее слышать, знаешь, то есть у меня в тот момент появилось настолько отвращение. У меня такое ощущение, что иногда я просто столкнулся с дьяволом. Я не хочу делить с ней ничего. Пусть она заберет абсолютно все. Паш, я вот вижу тебя, слышу тебя, честно, шокирован от твоих эмоций вообще, от того, что ты говоришь. Я хочу играть в футбол, я хочу жить в своей новой семье, я хочу просто заниматься любимым делом. Больше мне не надо ничего.